Вот он поезд, который идет до Адлера, до Сочи и до Розы Хутора. В 7:09 из Краснодара он отправляется. В пути до Сочи 4 часа 20 минут. Сейчас времени 6 часов 15 минут примерно. И поезд уже подъехал. Но пока стоит на перроне. И какой большой у нас минус в Краснодаре? Это вот такие высокие поезда и низкие перроны. Или наоборот. Нормальные поезда и очень низкие перроны. Придется вот забираться по этим ступенькам. Вот уже зажгли огни в нашем электропоезде «Ласточка». И пока мы тут стояли, мы подумали, что вот эти вот ступенечки, наверняка, они выезжают еще вниз. Так что, может, зря мы его критиковали. Нет, не зря критиковали. Ступеньки выезжают чуть-чуть вперед, и залезать крайне неудобно. Вот такая «Ласточка» внутри. Очень много сидений друг напротив друга. Вот мне кажется, это не очень удобно. Вот сидеть 4 часа и смотреть на чужого человека. В общем-то, удобные эти поезда, ласточки. И туалеты здесь большие, хорошие. Пока все нравится. И посадка началась за полчаса до отправления. Розетка у нас есть, но только такая одна над головой. В каждом вагоне есть расписание и можно сориентироваться. Зимние каникулы уже закончились, но в поезде, несмотря на это, 10 вагонов и заполнены практически полностью. Чай, кофе, какие-то перекусы периодически проезжает мимо. Тележечка можно купить. После Туапсе в окошко уже видно море. Такой приятный бонус поездки. Поезд по расписанию идет, нигде не задерживается и прибывает на ЖД вокзал Сочи где-то в 11:30. И здесь можно уехать дальше, кому куда нужно. Очень много транспорта. Хороших вам путешествий. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.